Доброе утро. Федеральная служба судебных приставов. Налоговая. И что это такое? Хорошо. Доброе утро. Задолженность по налогам. Раннее утро. Ершовское поселение. Служба судебных приставов и налоговая инспекция проводят совместный рейд. Цель – арест имущества физических лиц, которые имеют налоговую задолженность. Собственника Тимура нет. Дом он сдал в аренду, а сам уехал за границу. Эти данные сотрудники проверят, а пока отправляются дальше. В списке еще много адресов. Налоговая. Кто нужен? Нам нужен Зукуров Эльбрус Анатольевич. Выезд в другой город или даже страну не поможет избежать ответственности за неуплату налогов. Место нахождения будет установлено и долги взысканы. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».